Более 17 миллионов экземпляров «Молоди рыб» выпущено в воды северокавказских республик. Выпуски сазана, кутума и каспийского лосося осуществлялись в Каспийское море, реки Сулак и Терек, в основном на территории Дагестана. Также в естественную среду с нересновыростных водоемов скатилось более 118 миллионов личинок чистяковых видов рыб. На сегодняшний день все запланированные в рамках госзадания выпуски осуществлены, сообщили в Западно-Каспийском территориальном управлении Росрыболовства. По словам специалистов, чтобы количество рыбы в Каспийском море не сокращалось, необходимо наращивать темпы искусственного воспроизводства рыбы.